Невнимательное поведение ребенка на пешеходном переходе чуть не стоило ему жизни. Бесстрастная онлайн-камера засвидетельствовала каждое мгновение. В Бресте на пересечении улиц Колесника и Краснознаменной ребенок решил перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. К счастью, девочка отделалась легкими ушибами и испугом. Сотрудниками госавтоинспекции констатирован четко факт нарушения правил дорожного движения ребенка. Естественно, мы потом направляем рапорт в инспекцию по делам несовершеннолетних, и дальше уже инспекция по делам несовершеннолетних проводит дополнительную работу с этим ребенком, ну и в отношении родителей составляется административный материал. Перекресток улиц Колесника и Краснознаменной не впервые попадает в поле зрения ГАИ. Многополосность движения и разрешенный скоростной режим до 60 км в час дает ложное ощущение безопасности перемещения. По информации областной госавтоинспекции, степень вины водителя сейчас устанавливает проверка. Там есть некоторые вопросы, мы прекрасно с вами видим, как водитель выехал на перекресток. Мы с вами прекрасно понимаем, что желтый сигнал светофора является запрещающим, точно так же, как и красный. Поэтому, дорогие наши водители, на сегодняшний момент наши дети, скажем так, не всегда выполняют правила дорожного движения, а в частности сейчас идут каникулы. А во время каникул наши дети расслабляются и просто забывают об элементарных мерах безопасного поведения на дороге. 30 октября у детей начались осенние каникулы, поэтому госавтоинспекция обращает особое внимание родителей. Будьте бдительны, не поленитесь лишний раз напомнить детям о соблюдении правил дорожного движения. Нашим уважаемым родителям надо четко отслеживать местонахождение своих детей и каждый день, в том числе личным примером, напоминать о соблюдении правил дорожного движения. Но ведь это настолько элементарно сделать, чтобы наши дети были в безопасности. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БОК ТВ.